всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять играю с веб-камерой. И в этом видеоролике, в общем, в этом видеоролике мы поиграем в Tabs. Она же Totally Accurate Battle Simulator Open Alpha Landfall. Это реально офигенная игра, и мы не будем играть в такую версию, мы будем играть сразу в песочницу. Давайте сначала настройки просмотрим. Так, здесь можно включить CCO. АО. Раньше такого не было. ANTI Aliasing. Включено у меня тут все у меня включено. То есть я уже все настраивал. Так. Death of Field включено. То есть тоже включено. Bloom включен. Так, звук все на среднем. Язык русский, можно другой язык включить, кстати, звук там языков-то. Это офигенно, но там дофига языков, которые вот, то есть можно посмотреть еще, вот, столько здесь языков, можно посмотреть. Я играю сейчас на Fastest, потому что на Фантастике у меня что-то перестало работать, поэтому, точнее, работает игра, но лагает. Я не знаю почему, видимо, это что-то с разработчиками там, но ладно. Так, переходим к песочнице. Так, и вот теперь у нас теперь есть вот такая вот карта интересная. Ну, нормально так сделано. Так, ладно. Так, вот меня интересует карта. Вот Скотланд, сейчас. Джапан, это вот такая карта. Кстати, вот я блохи видно, видите? Ладно, сейчас все изучим. Так, что здесь еще добавилось? Так, Денмарк, это я не помню, что это, зима что ли? Да, зима. Вот такая вот, то есть вот такая вот теперь карта есть у нас. Тут она вот тройная, кто не знает, кто не замечал. Так, последняя карта, это у нас Сахара, это пустыня. Со всем это можно поиграть. То есть они все одинаковые по размеру, только они, ну, разные по самой карте. То есть там цвет разный. Вот мне понравился только вот Скотланд. Возможно, я сделаю видео про прохождение этой игры, но я не знаю. Так, да, здесь еще добавилось, я даже не знаю, хочу посмотреть еще здесь. Так, альфа у нас версии 0.3.6.174.523. Так, переходим. А где здесь эти штуки? Здесь что ли? Да, здесь. Head Butter здесь что-то не переведено. Странно. Давайте его поставим. Так, давайте там поставим, вдруг не хватит. Так, это у нас кто? Какой-то парень, короче, викинг, да, из обычный викинг, копьеносец и топорщик. Давайте посмотрим, как они против друга будут вообще играть. Так, а если я не ошибаюсь, начинать надо вот здесь, да? Так. Летим к ним. Так. Управление все тоже. Интересно. Оу, упал он. Да. Нет, не падай. Молодец. На свой осталось, да? Их, то есть. Так, наши победили. Очистить и очистить. Так. А давайте сейчас попробуем вот так вот сделать. И нажать на другую кнопку мыши. О, можно стирать, да, круто. Так. Так. Я просто проверяю их мощь, силу, то есть наших игроков всех.
Пока что меня устраивают викинги. Особенно топорщики. Так. Вот я только что установил игру и сразу увидел что-то новое. Изменилось все. Вся тактика, смотрите, игры. Реально все изменилось. Так. Ладно. Греция. А Греция это что? Копейщик. Такой парень. В маске чудная какой-то. Щитоносец-то я помню. Такой он был. Немного измененный стал, ну ладно. Так, и колесница это зимняя штука. Разве? Была вроде другая. Хоть я и не помню, но... Была другая вроде. Как я помню, была совсем другая вообще. Так, колесница. Так, ладно. А что происходит? Ну ладно, мы победили. Так, ладно. Азия. Азия это у нас кто может быть? Тэквондо. Ладно. Давайте так буду ставить. Самурай это у нас было. Немного измененный. Ниндзя. Я понимаю, кто это, но... Чуть нет. Чуть не понимаю. Так, хвач, я знаю, что это такое. Самурай-мастер это... Покруче, что самурай будет. Ниндзя-мастер. Это... Смотрите, сколько у него здоровья, скорости и скорости атаки. Крутой чувак, значит. Ой. Немного не так сделал. Ладно. Так. Пусть вот так будет. Так. Офигеть. Я никогда такого в Dota для Battle аккурат симулятора не видел никогда. Смотрите. Смотрите, как кидает-то все. Смотрите, во. Сразу тэквондиста убил. Смотрите, бежит, бежит. Смотрите, кто победит. Он победил? Красавчик. Это мой новый любимый герой в этой игре. Смотрите, как стреляет-то. Смотрите, мастер же. Реально видно. А вот я не заметил у обычных ниндзя, что у них вообще. Тоже такие штуки. Видимо, да. Вот он, обычный ниндзя. О, он тоже кидает, смотрите. Но мы побеждаем, потому что у меня... Ниндзя самурай, да! Так, очистить, очистить. Наполеон, Наполеон, если я помню, то это... сейчас скажу, это пушки и мушкетеры и... Что это такое? А, ну сейчас посмотрим. Так, мушкетеры, барлы. Это бочки? Серьезно? Такого не было. Такого точно не было. Это бочки. Охренеть. Чего? Ну, это было ожидаемо, потому что я думал, что это они с бочками будут делать. Бочки взрываются. Это офигенно. Миск. Это что? Строить карту или... Нет. Песто это обычный. Никак не изменился. Барбариан это с палками, которые... С битыми такими. Фермер это фермер. Боксер я помню, да, был. То есть это все стандартные сложили. Чикенмен. А где Чикенмен? Хиллари? Это типа... Хиллари? Тут мне интересно посмотреть, кто такой Хиллари? Я сейчас не увижу, ну ладно. Какая тетка вроде. Так. Трамп. Эта игра не перестает меня удивлять сегодня. У Трампа два автомата? Ха-ха. Прикол. М16. Если не ошибаюсь, это автоматы. Да, я не ошибся. Супер боксер. Так, если уже опыт мне подсказывает, что
Самурай мастер и ниндзя мастер были крутые, то супер боксер вообще сам крутой, наверное. Смотрите, перчатки светятся круто. Чикен Мэн, конечно же, как же без него. Так, смотрите, огромный. Круто, но они его так и не доделали. Ну это как бы альфа еще. И еще тут нифига не доделали. Супер Пелс, это что, обычный супер какой-то этот? Так, тоже у него какие-то руки, такие браслеты, что странные. Так, Дарк Пелс, это что-то круче, наверное, будет. А, я забыл. Вот эти поставить. Так. О, вот это что-то прикольное, пылающий парень. Да. Чё, погнали? Посмотрим, на что они вообще способны. Офигеть! Это кто стреляет? О, это что делает? Ничего. Если не ошибаюсь, они какими-то штуками стреляют. Вот эти вот штуки. Так, трампы умеют. Если это трампы. Поделали стен. Чикен Мэн опять курит делают. Да, это он, смотрите. Это он говорит, а он делает, смотрите, вот. Вот как он сделан. С ним какие-то конверты. Похоже на Gmail, короче. Почта, короче. Да. Chicken Man Man. Ну это из Chicken Man Man. Так. Дальше. Ну это обычные Chicken Man Man. И вот. Это же! Это же Хиллари. Офигенно! Смотрите, вот. Это Хиллари. Это Хиллари. Ну, я бы сказал, какие-то глюченные сообщения здесь в руках. Я не знаю, что это. О, вот они, вот они, вот. Офигеть, что происходит. Смотрите, это они что ли делают? Офигеть, смотрите. Они какую-то... Офигеть, смотрите, они... Офигеть. Смотрите, что они делают. Офигеть. Смотрите, вот. И мы победили. Интересно, да, я такой впервые видел. Ладно, на этом, наверное, надо закончить наш обзор на эту игру. Это было очень круто. Я еще одно видео про это сделаю. Ну а сейчас, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем пока.